Мониторинг улицы Красноармейской проходил от улицы Крымской до детского парка. Предприниматели пытались задействовать в торговле каждый сантиметр, прилегающий к объектам территории. Специалисты проинформировали предпринимателей о соблюдении правил торговли, предупредили коммерсантов об административной ответственности. Реализаторы незамедлительно убрали товары с территории общего пользования. Ведь штраф за несанкционированную торговлю в первый раз составляет 2000 рублей, а во второй и последующие разы уже 5000. Что должно заставить людей задуматься, стоит ли нарушать правила.